наконец-то добрались до Красной Поляны. Как мы сюда ехали до Краснодара, потом по серпантину, вы можете посмотреть в предыдущих выпусках. Ссылка в описании, еще вот здесь я прикреплю. Этот выпуск мы посвящаем тому, как мы сюда приехали, как мы поели первый раз, как мы искали жилье, куда заселились и куда здесь можно сходить, в частности с детьми, потому что это был точно некий затык, потому что детских площадок здесь просто дефицит. Итак, поехали. На Красную Поляну есть заправка Лукойл. Ладно, поехали, прокатимся, я вам еще покажу. Здесь есть полицейский участок. Заезжая на Красную Поляну, по левую сторону у вас будет пиццерия, кстати, где готовят вот такую пиццу по ценникам, плюс-минус, как в Москве, и магазин «Магнит». Также здесь, в этих домах, вы сможете снять жилье. Поехали дальше. Это столовая, где мы первый раз покушали. Интерьер хорошо, все классно, но само название столовая себя не оправдало. Мы купили 4 супа и отдали 1000 рублей. Много это или мало, считать вам. Для нас это много, и показалось нам, что это не совсем правильно для формата столовой. За моей спиной именно та столовая, которую мы вам рекомендуем по приезду. И вы, в принципе, в нее даже влюбитесь, потому что цены классные, можете заказать по меню, а можно заказать непосредственно с подносом, как в столовой. Поэтому заходите сюда, и вы точно не будете расстроены, как мы. Поехали. После того, как мы покушали, мы начали искать жилье. Мы сели вот на этой лавочке и начали искать. Сейчас мы находимся на горке Город, и мы хотели снять вот здесь. Здесь достаточно много баннеров висит с названием «Аренда». Мы по ним прозвонили, но не сошлись на ценники. Также есть объявление, когда написано 1500 за сутки. Нас эта цена устраивала. Но, позвонив, сразу стали брать деньги за детей. Мол, 1500 – это цена за двоих человек, а стали брать еще и за детей. После того, как мы пролистали Авито и Юлу, к нам подошел парень и рассказал нам о том, что здесь не работают доски объявления, такие как Авито, Юла. Здесь работает Booking и местные доски объявлений. Но что настолько доски объявлений это? Я просто охренел. Смотрите. Вот это называется доски объявлений на Красной Поляне. Здесь вы можете узнать, кто что-то сдает, ремонт одежды, массажи и так далее и тому подобное. Также кто-то клеит всякие детские развивашки, поэтому с детьми, в принципе, эти доски могут быть достаточно полезными. В поисках этих досок мы увидели наш гостевой дом. Мы решили остановиться, позвонить, и так мы заехали в наш дом и живем там до сих пор. И по итогу мы, в общем, поняли, что снимать что-то там, квартиру или комнату в Ростовке, снимать дороже, чем на Красной Поляне. Поэтому мы и поехали в Красную Поляну, заезжаем, смотрите. Вот мы подъезжаем сейчас к нашему дому. Вот это внешний наш дом. Есть бассейн, есть парковка. Здесь люди живут на постоянке. Вот это все выглядит. Первый вид, когда выходишь по двор. Тут есть квартиры с саунами, есть студии, есть прям комнатки. Мы, в общем, неделю жили сначала в студии. Потом мы сняли на год вперед и нас переселили в соседнюю. Там, в общем, 2 номера и общая кухня. В принципе, достаточно неплохо. У нас есть балкон и очень красивый. Привет, вы попали в наш номер. Привет, ребята. Пошли, покажи наш номер. Пойдемте. Это мы уже.
приготовить. Это общая кухня на два номера. Чайник, микроволновка, посуда. В общем, все, что нужно для жизни, да, Родион? Да. Холодильничек небольшой. Там есть еда? Еда есть? По-моему, только. Понятно. Там мыши. Разделено на два номера, мы занимаем эту столу, соседний номер, эту. Ну, вообще, у нас соседи. А у вас крутая кастрюля. Пойдем покажем наш номер. Пойдемте сначала сходим на балкон. Это соседи вам, это соседи номер. Короче, соседи делятся. У них комната, но туалет с ванной здесь. В коридоре. В коридоре, короче. Кто по-тупому взял, то ладно. Так, заходим. Это наши прекрасные виды. Это наш балкон. Боимся? Вот такой вид открывается из нашего окошка. Шапки уже подтаивают. Вот есть вход с балкона в наш номер. А есть еще вот. Давайте зайдем по-человечески. Здравствуйте! Привет! А это наша комната! У нас стоит две кровати спальня. Я его тебе телевизор. Это Артемкина. Кровать из 90-х. Ну, в целом нормально. Две тумбы. Наша машина. Есть телевизор. И вот отсюда открывается еще один вид. Шкаф, зеркало. Вот, собственно, туалет с ванной. Здесь ничего такого особенного нету. Раковина, унитаз, ванна, сушилка, окошко и Настя. Данный номер нам обходится 1000 рублей за сутки. Мы снимаем посуточно, нам так удобно, потому что мы в любой момент можем стартануть отсюда куда-то в другое место, поэтому нам нужно именно так. Если снимать на целый месяц сразу, то дают скидку, ну, жилье получится, может быть, 1025-24. Различные есть номера, можно посмотреть на Booking, сайт у них нету, поэтому только Booking. Расположение очень хорошее, его тоже вам покажем. Если вы ходите с двора, там овощи, фрукты, там есть Пятерка, Магнит, мы, в принципе, живем в центре. Это очень нас радует, и отсюда мы уезжать вообще не хотим. Это вот как раз начинается наша улица. Есть две палатки слева, справа. Овощи и фрукты, цены хорошие, не кусаются. И самое главное, что здесь все действительно натурально и очень-очень вкусно. Ладно, поехали дальше по поляне. Далее вниз по улице есть Пятерочка и Магнит. Мы сейчас вам покажем по-быстрому окрестность. И вы уже сможете немножко ориентироваться по центральному району Красной Поляны. Вот, собственно, смотрите, слева магазин Пятерочка. Вот, справа Магнит. Для любителей Магнита можете ходить туда. Первое, конечно, куда ходить с детьми здесь гулять. Здесь действительно дефицит с детскими площадками. Но ходили налево, ходили направо, ходили вдоль и поперек, облазили. Смотрите, если дальше чуть прямо проходите, и вот здесь вот, если вы повернете налево, для тех, у кого детки маленькие, вы сможете погулять с маленькими детьми, потому что тут сделана детская площадка специально для маленьких. Вот я вам ее покажу. Смотрите. Она за забором. Никто вас не тронет, и ребенок не убежит. На дорогу. На дорогу. Вот прям маленькая горка, качельки и карусель. Детскую площадку для очень маленьких детишек мы показали. А сейчас пойдемте, мы вам покажем для более взрослых детей наш сквер, который потрясающий, который располагается в теньке, и даже в самую жаркую погоду там очень комфортно гулять. Погнали! Прекрасно гулять. Есть некий дефицит с детскими площадками, поэтому первое, куда мы ходим, это вот сюда погулять на поле. Там есть турники, поиграть где мяч. Могут дети попинать мяч, позаниматься. А далее по прямой, если пойдете, там есть сквер. Пойдемте в сквер. Кстати, прямо возле сквера вы можете увидеть почту, кому нужно. Я уже здесь отправлял письма. Очень потрясающий стадион.
прекрасный газон, на котором так и хочется попинать. Вот непосредственно наш сквер, в котором мы постоянно гуляем. В самую даже жаркую погоду он всегда находится в теньке. Там не прям классные какие-то детские комплексы стоят. Очень все достаточно старо, примитивно, но, по крайней мере, это действительно отдельное место, где собираются очень много детворы. Поэтому, кто приехал с детьми, вот обязательно сюда приходите. Адрес на этот парк я оставлю в описании под видео. Итак, вы посмотрели этот выпуск. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Когда мы приехали на Красную Поляну, мы думали, что это все Красная Поляна. Оказалось, не так. Есть Красная Поляна и есть курорты. Это Эстосадок, в него входит Роза Худор, Горки Город, непосредственно сам Эстосадок. Там же есть вершины. Хотелось бы внести больше немножко ясности. Когда мы приехали на Красную Поляну, мы думали, что вот все Роза Худор, там курорт Газпром и Горки Город — это все Красная Поляна. Но Красная Поляна — это просто поселок городского типа. Это все вместе. Но на самом деле есть Красная Поляна, есть Эстосадок. Это два разных поселка. И именно к Эстосадку относятся курорты. Три курорта. Это Газпром, это Роза Хутор и это Горки Город. Также есть еще Газпром Лаура и Газпром Альфика. Это два курортных комплекса. Мы живем в самом поселке Красная Поляна, в центре. Вообще все очень близко находится, и на Красной Поляне гораздо дешевле снимать, чем в Горках, Розе и Газпром. Потому что как бы сами курорты находятся подальше. Если вы приезжаете в сезон, вы должны туда снимать, вы должны узнать, есть ли место, где снять снаряжение, где хранить их снаряжение, где сушить снаряжение. Это если в период катания. А если летом, то в принципе вообще удобно жить на Красной Поляне. Так что имейте в виду, знайте. Этот выпуск мы посвятили мини-экскурсии по Красной Поляне, как мы искали жилье, где мы остановились, куда вам сходить с детьми и прочее. В следующих выпусках вы увидите про непосредственно сами курорты Эстосадка и про вершины, на которых можете доехать самостоятельно или пешком на велосипеде, но лучше всего на машине. Поэтому подписывайся, лайк и колокольчик. Спасибо, что посмотрел.